Сегодня я вам расскажу, как с помощью этих предметов закачивать стопы и разрабатывать подъем. В художественной гимнастике есть понятие «сильная стопа». Если будут слабые стопы, гимнастка не сможет выполнять равновесие и повороты на высоком полупальце, а также прыгать амплитудные прыжки. На видео вы видите несложные, но эффективные упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях. Количество повторений я рекомендую начинать с 20 и постепенно увеличивать. На всех упражнениях обязательно держать прямые колени и спину. Резина не должна провисать, гимнастка должна чувствовать натяжение. Не рекомендую выполнять упражнения в быстром темпе. Если гимнастка начинает чувствовать дискомфорт в стопе, нужно прекратить упражнение и растянуть ахиллы. Главные рекомендации я вам озвучила. Все остальное дело за спортсменкой. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. А также вы можете писать, какие видео вы бы хотели еще видеть. Хороших вам тренировок! The sun, atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man are made of the same things. Freedom, 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 freedom. Freedom.